экономическая и социальные сферы, геополитика и вопросы проведения специальной военной операции. В правительстве Рязанской области подчеркнули, что президент нашей страны погружен абсолютно во все темы. Глава государства ответил на десятки вопросов, многие из которых в том числе касаются и нашего региона. По словам губернатора Рязанской области Павла Малкова, это планируют включить в работу уже в ближайшее время. Особенно важным аспектом, о котором шла речь во время прямой линии, глава региона назвал поддержку здравоохранения. Мы видим, за последние годы уже идет существенное изменение сферы здравоохранения. Открывается ФАП, открываются новые крупные лечебные учреждения. Ведется ремонт и модернизация медицинских центров, которые работали раньше. Ну, буквально каждое звено, каждое направление сейчас не остается без внимания. Поставляются новые машины скорой медицинской помощи, новая техника, оборудование, от самого тяжелого и важного до оборудования, которое используется в ежедневной работе десятками и сотнями бригад врачей. И результат подобной работы уже есть. Для сравнения, ожидаемая продолжительность жизни в регионе с 2021 года выросла на 5 пунктов, и сейчас она порядка 73 лет. Особое внимание уделяют в регионе и мерам поддержки участников специальной военной операции. По итогам пресс-конференции и прямой линии правительство Рязанской области планирует разработать новый законопроект по дополнительным выплатам за ранения всем категориям добровольцев. Сейчас уже есть конкретное решение и предложение по поддержке участников специальной военной операции. У нас в регионе в целом действует очень широкий комплекс мер. И мы уже здесь во время проведения прямой линии пресс-конференции решили, что распространим все те выплаты, которые есть у нас в регионе, в том числе и на участников частных военных компаний. По словам Павла Малкова, несмотря на проведение специальной военной операции, экономические показатели Рязанской области оптимистичны. Ожидаемые цифры по итогам года – рост ВПР примерно на 3%, индекс промышленности на 7%, сфера АПК – 1,5%. И регион в этом будет только прибавлять. Кристина Бочкарева, телекомпания «Город».